Главная премьера января – фильм «Геракл. Начало легенды» с Келланом Латсом в главной роли. Создатели картины долгое время подогревали к ней интерес при помощи тизеров и фотографий. И вот, наконец, появился полноценный трейлер, зрелищностью своей не уступающей многим полнометражным фильмам. На экраны «Геракл» выйдет 23 января. В апреле же на экраны выйдет спортивная драма «День драфта» с Кевином Костнером. Режиссером ленты стал Айвен Райтман, известный по картинам «Охотники за привидениями», «Бетховен» и «Больше, чем секс». «День драфта» расскажет о спортивном менеджере, который всеми правдами и неправдами пытается привлечь в свою команду талантливого молодого игрока в американский футбол. Еще один фильм о спорте появится на экранах в мае следующего года. Правда, будет он о бейсбольном агенте, который разработал целую стратегию и начал привлекать к популярной игре молодых игроков в крикет из Индии. Фильм, судя по трейлеру, веселый, однако почему-то заявлен как драма. Чтобы до конца разобраться в жанре, надо посмотреть это творение под названием «Убить за миллион долларов». Did you kiss Miss Brenda? No. She kissed me. Oh! Oh, Jimmy!